кадром вы могли слышать голоса наших пасторов. Это означает, что в этом году у нас будет хороший ретрит. Название его очень простое, но очень важное. Духовные дары, выход из застоя. Мы не то что застоялись, но нам нужно то, что Бог хочет для нас сегодня. Для Украины, для Одессы, для гостей, для всех нас. Приезжайте к нам в Одессу на ретрит 28 апреля по 30. Будет в Одессе наш ретрит, еврейский мессианский ретрит, который мы проводим каждый год в течение 22 лет. Друзья, не пропустите, мы ожидаем много гостей, вовлечения не только мессианской общины, но и церквей города Одессы, Одесской области и Украины. Это особенное время. Здорово!